Поздравляю вас с победой в турнире. Чем для вас станет памятным этот юбилей, Виктор? В первую очередь хочу благодарить Федерации тенниса Украины за проведенный турнир. Вот, потому что в наше время провести турнир – это очень сложно, стоит многих усилий. Вот, по поводу турнира, конечно, это был тяжелый матч, тяжелый финал, мы отыгрывали всю встречу. Вот, хочу благодарить своего напарника за проведенное время на корте вместе. Благодаря нему не было победы, он большой молодец сегодня. Вот, поэтому я рад, это мой первый титул. Пока что были финал, полуфинал, не было титула, и я рад, что сегодня удалось победить. Я присоединяюсь тоже к Никите. Хочу сказать огромное спасибо Федерации тенниса Украины за проведенный пока что первый турнир ITF в Украине. Также хочу поздравить Никиту с его первым парным титулом. Непростой финал для первого титула, особенно удержать все эмоции. Я тоже очень прекрасно помню свой первый финал. Поэтому поздравляю, дальнейших успехов. Так что... И спасибо тоже за проведенное время на корте. А что вы сейчас скажете о представительстве, об игроках, которые приехали в этом году на турнир? В одиночках вам не очень повезло? Ну, по поводу игроков, этот турнир я могу сказать очень ровным, потому что все игроки, мне кажется, снова претендуют на титул. Вот, было очень много сенсаций, и ну, все игроки равные. Если посмотреть, очень много трехсетовых матчей, очень много длинных трехсетовых матчей. Вот, да, я сыграл четвертьфинал, чуть-чуть не повезло, но по моей вине. Вот, но уверен, что второй турнир будет намного успешнее. Для меня покрытие не совсем подходит. Я здесь все еще пытаюсь найти правильный ритм. И достаточно много игроков из Испании, из Южной Америки, которые очень хорошо и здорово играют на грунте. Поэтому против них, к сожалению, пытаюсь найти какие-то элементы, за счет чего я бы мог выигрывать больше очков. Поэтому тоже первый турнир, к сожалению, не сложился. Продолжаю бороться. Я очень рад, что хотя бы в паре удачное выступление. Поэтому надеюсь, все будет здорово. Я вас еще раз поздравляю и желаю удачи. Спасибо большое. Спасибо большое.